эти договоренности – это очень промежуточный момент. Путин Перший будет… Кров. Нет, это даже не первый. Это один Шажочек. Из моментов. У вас, у нас есть большая проблема. Мы с россиянами по-разному читаем договоренности. Точно так же, как они делали во всех многих конфликтах. Дальше будут новые договоренности, в которых будут прописываться новые вещи. Абсолютно или приемлемые, или неприемлемые. И то, что нужно Путину, вот он добивается вот тем, что происходит здесь. Мы все по-разному это трактуем, даже мы сами. Мы не готовимся к тому, что будет следующим шагом. Мы не хотим поверить то есть, в то, что... Дискуссии быть не должно. Нет, дискуссия должна быть, но дискуссия должна быть о том... Понимаете, чем дольше мы будем разговаривать об этих вещах, тем быстрее Путин расскажет о том, что мы не приняли какие-то законы.